Прошел месяц после удаления опухоли семовидной кишки, чего нельзя делать и кушать. Тяжести можно поднимать и сколько. По поводу физической нагрузки, больше всего это зависит от характера операции. Если это была открытая операция и у вас большой разрез, то обязательно нужно носить бандаж. Тяжести таскать, конечно же, не нужно. Ну, небольшая, умеренная физическая нагрузка. Можно ходить, можно так немножко заниматься фитнесом, но понимаете, что не должно быть высокого напряжения передней брюшной стенки, повышения внутрибрюшного давления. Если была лапароскопическая операция, то в целом ограничений по физической нагрузке чуть меньше, но все равно обычно присутствует даже небольшой разрез, через который удаляют часть кишки во время операции. Поэтому в этом разрезе тоже могут образовываться грыжи, если будет очень большая нагрузка. По поводу питания, в целом, через месяц после операции обычно никаких уже ограничений нет, человек может вернуться к нормальному питанию. Но опять-таки я рекомендую принимать достаточно пищевых волокон, минимизировать, если не исключать сахар, мучные изделия, хлебобулочные изделия, прям в минимальном количестве, для того, чтобы не было запоров.